Алекс, как дела? Дима, какие воспоминания у тебя вот сразу нахлынули, когда ты приехал сюда? Не, ну вот когда именно приехали, как бы уже обычные какие-то, просто именно вообще воспоминания о Минске и вообще об этой команде очень хороший город, красивый, коллектив был хороший, но все руководство тоже, очень хорошие люди все, поэтому хорошие только воспоминания. Тепло ты сегодня так обнялся с Виталичем и с Иду Яхая. О чем говорили потом уже после матча с Яхой? Если не с Яхой так вспоминали, когда мы жили вместе на базе. Угу. Ну так, хорошие отношения в принципе остались. Поэтому. Как тебе сегодняшний Минский Динамо, против которого ты играл? Ну, хорошая команда. Ну, рассказали тоже о проблемах, которые там есть. Ну, команда. Ну, команда хорошая. Игра получилась, считаю, хорошая, боевая, интересная. Посмотрели. Тоже интересно было играть с таким соперником, как Десна. Они сейчас на хорошем ходу в чемпионате Украины. И, ну, считаю, она очень полезная была игра. Судя по всему, ты из той команды знаешь вообще так вкратце про команду, что можешь рассказать про соперника? Ну, конечно, много. Так же самое, как и в Беларуси, все друг друга знают, так и в Украине. Футбольный мир тесен. Про Десну рассказать, что... Третье место все-таки чемпионата? Да, я же говорю, они сейчас на ходу, у них сейчас неплохая игра, у них собраны хорошие футболисты, как бы, и они идут к своей цели и хотят, я думаю, в Еврокубки попасть. И они к этому идут. Да не было пенальти! Тогда в угол, но... Здесь то же самое. Здесь тоже можно. Сегодняшний товарищеский матч... Судя по уровню соперника, это такая хорошая подготовка перед воскресным матчем против БТ. Да, конечно. Нам нужно очень хорошо подготовиться к сопернику. Даже не из-за того, что... Ну, конечно, в первую очередь из-за турнирной таблицы, потому что нам нужно решать свои задачи и закрепиться на четвертом месте. И, ну, Динамо БТ, это, я так понял, эль классико у вас в Беларуси. Так что... Будем все делать для победы, чтобы болельщиков порадовать. Понятно. Пять. Третий. Два.